В цирке Олега Попова аншлаг в Самару приехал. Королевский цирк, который привез грандиозное шоу от маэстро циркового искусства Гии Эрадзе. Удивлять зрителя от начала и до конца. Правило мастера. Каждое действие на манеже – это мини-спектакль. Самарская публика в антракте едва успевает перевести дух. Очень красивые костюмы, шикарные. Животные такие классные, редкие, мы ни разу не видели. Все понравилось нам. Мы в восторге. На самом деле эмоции прям очень все изменилось. Программа очень красивая, все захватывающее такое. Прям в детство обратно вернулся. Очень интересно. Больше всего, конечно, воздушная гимнастика. Мурашки аж по коже. Сочетание невероятных образов артистов, сложнейших трюков, дрессуры животных и птиц. Зрители попадают в сказку, которая длится около 3 часов. Мы очень готовились к этой премьере. Мы рады, что все состоялось именно так, как задумано было нашими режиссерами-постановщиками. Зритель самарский очень отзывчивый, что, безусловно, приятно любому артисту. Путешествие во времени и пространстве начинается с королевского бала, после которого зрителей бросает то в жар, то в холод. Сначала они оказываются в знойной Испании, а затем в русской снежной зиме, которые сменяют райский сад и римский колизей с гладиаторами. Каждый номер уникален по-своему, каждый номер притягательный для зрителей. Ну и, конечно, отдельное спасибо зрителям, когда они встают в финале. Это самая главная награда для артиста. Каждый раз здорово выступать именно при такой публике, потому что ты насыщаешься и наполняешься вот этой доброй энергетикой. Ее легче дарить, ее легче отдавать. И, конечно же, в такой атмосфере гораздо легче выступать. И все, у нас все прошло сегодня, мне кажется, очень замечательно. Удивляли искушенную самарскую публику канатоходцы, воздушные гимнасты, эквилибристы, жонглеры и, конечно, клоуны, всемирно известный дуэт «Вас и Стас». Мы достаточно часто ходим в цирк, но на Гии Эрадзе мы первый раз. Мы в восторге. Если честно, такой эстетической красоты я давно не видела в цирке. Мы всем желаем, самарским ребятам вместе с родителями. А если вдруг у вас нет ребят, приходите сами, потому что это очень классное шоу. Королевский цирк Гии Эрадзе пробудет в Самаре до 19 апреля. Билетов хватит на всех. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События.